середине февраля в Орск поступит очередная партия светильников. Управление жилищно-коммунального дорожного хозяйства и транспорта города готовит документы для конкурсной процедуры по определению подрядной организации, которая поставит светодиодные фонари. По информации администрации Орска, новые светильники заменят вышедшие из строя на центральных и гостевых маршрутах, подходах к пешеходным переходам, возле образовательных учреждений, на межквартальных проездах. Список адресов составлен по обращениям жителей, поступившим в УЖК ДХТ. Одновременно идет подготовка документов для проведения конкурса на монтаж электрооборудования. Как только светильники придут в город, сетевая организация приступит к их установке. Приобретаемые светильники по мощности и яркости превосходят существующие. Мы их установим на улично-дорожной сети города с интенсивным движением транспорта, так как она требует более яркого освещения в целях безопасности. Напомним, ранее Василий Казупица, глава города, заявил, что 2024 для Орска должен стать годом света. В планах у администрации основательно обновить уличное освещение. Всего же в этом году муниципалитет хочет приобрести более 400 новых ламп, которые установят на центральных улицах.